Краткое содержание сказки «Зимовье зверей». Если в двух словах, то «Зимовье зверей» – это добрая и поучительная история о домашних животных, которые нашли приют в лесу и благодаря своей дружбе смогли одолеть волка и медведя. А теперь немного подробнее. Жили старик со старухой, которые держали большое хозяйство. У них были баран, бык, свинья, гусь и петух. И вот однажды решил старик петуха зарезать. Когда об этом узнал петух, то убежал в лес. Тогда старик надумал зарезать свинью, но и она в лес убежала. Когда баран узнал, что теперь старик его хочет зарезать, то также скрылся в лесу, захватив с собой гуся. Остался у старика только бык, но и он сбежал в лес от страшной доли. И вот стали звери жить дружно, все вместе, только в лесу. Когда лето подошло к концу, бык забеспокоился. Нужно строить домик на зиму. Позвал он барана на помощь, но тот сказал, у него шерсть теплая и никакие морозы ему не страшны. Свинья также отказала в помощи. Как станет холодно, она закопается в землю, да в листву. Позвал тогда бык гуся, но тот надеялся на свои крылья, а петух и вовсе собирался пересидеть зиму под елкой. Делать нечего, построил сам бык избу, затопил печь и горе не знает. Когда наступили лютые морозы, не выдержали звери, стали к нему проситься в теплый домик. Бык был добрым и всех пустил. Однажды волк и медведь узнали, что в лесу появилась теплая избушка, и решили ее отобрать. Первым зашел в нее волк, и тут звери дружно на него напали и все бока намяли. Испугался волк и бросился на утек. Он обо всем рассказал медведю. И больше они никогда даже близко к этой избе не подходили. А звери жили в ней и горя не знали. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.